Всем привет, друзья! С вами Алариэль, и мы продолжаем наши приключения в World of Warcraft Legion. Находимся мы с вами на расколотом берегу, и, собственно, здесь занимаемся выполнением некоторых заданий. В принципе, меня уже в прошлой серии позвали на Аргус, но какой Аргус, когда мы еще здесь далеко не все посмотрели. Поэтому я думаю, что уделим буквально несколько серий этому делу. А после этого отправимся, я думаю, на Аргус, потому что давно мне его посмотреть хотелось, увидеть, что там. Плюс знающие комрады поговаривают, что там хороший шмот, хорошая одежда, которая уже, ну, скажем так, гораздо выше той, которую я ношу на себе в настоящий момент. Так. Так, я думаю, что самое время отправиться вот туда, в самый дальний северный лагерь. Я в прошлой серии пытался до него добраться, но это закончилось, мягко говоря, не совсем. Ой-ой-ой. Не совсем тем. До свидания. Не совсем тем, что я планировал. Ибо, как всегда, все пошло немножечко по-другому. Я попал в какие-то далекие дебри, которых, собственно, и тусил практически всю серию. Так, тут эти всадники, которые... Ох, блин. Которых придется все-таки убить. Лихие парни, ничего не скажешь. Давай, 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 есть. Отлично. Пошел тюбасик. Вот если бы не трогали меня, все было бы хорошо. Все остались живы, здоровы. Но нет. Надо ж ко мне обязательно всем пристать. Всем стукнуть меня хоть раз. Ай-яй-яй-яй, надеюсь, залезу. Ну-ну-ну-ну-ну, давай. Ох, черт, ладно. Придется своими кольными путями пробираться тут. Ага. Не все так просто, да? Я понял. Ладно. О. Шлемик. Прям как знали, что я тут плыть буду. Опа, и поехали. Так, там мелкие карапузы. Тю, ё-моё, я молодец, а. Даже и не знаю, там ли я смогу выйти. Ладно, сейчас узнаем. Сейчас узнаем. Погнали. Так, самое время. Самое время ехать по дорожке и постараться практически никуда не свернуть. Если не сверну, будет все хорошо. Возможно, доберусь до нужного мне участка. Угу. Окей. Повернули. Погнали дальше. Так, мы практически прибыли. Надо. Надо заехать все-таки сюда. И отсюда уже, если что, двигать в эту сторону, плюс сюда. Так. Вершина отмщения. Некая замечательная локация. Опа.
И мы здесь. Мы здесь, а где? А, тихо, прямо перед носом. Так, побывал. Окей, двигаю дальше. Дальше у меня какой-то квест или что-то. Какое-то очередное задача. Задание. В таких древних руинах обычно полно ценных артефактов. Собери все, что попадется тебе на глаза. Нужно выбрать цель. Остерегайся беспокойных духов. Понятно. Это шакал-барахольщик тут бегает. Собираем. Получите. Идем дальше. Нужно подойти поближе. Да, мобы тут, я смотрю, такие повеселее, да, чем на материке, хоть учитывая, что тут они все искилятся и все такое, но они все равно здесь помощней, как мне кажется. Думаю, не зря эта локация на 110-й все-таки уровень. Интересно будет посмотреть, что же нам подготовит Близзы в битве за Азерот. Там будет, думаю, что-то поинтересней, нежели очередные тысячелетние противостояния с демонами и прочей такой шушерой. Нравится мне это. Ну надо же, проклял меня негодяй. Мне нужна цель. Замечательно. Ну что ж, сегодня мы собрали достаточно. Рады стараться. Да и духом надо дать передохнуть. Так, я бы попробовал вот здесь добраться до того острова вплавь. Давай, отвали от меня. Стало ваше, было наше и так далее. А единственный нюанс, смогу ли я это сделать? Походу смогу. Но это не точно. Сейчас узнаем. Тут как раз такой шпиль. Интересный. О, нет, ну только не говорите, что нельзя. Черт возьми, а. Блин, да это ж сколько оббегать. Ладно. К бою. Поплывем. Плыть, конечно, далековато. Плыть далековато, но ничего. Доплывем. Думаю, что, наверное, стоит сейчас вылезти на берег и по берегу педалить. Ибо там... О, смотрите, так там можно. Вот этот поворот. Немножечко срежем. Какой дух, а? Все-таки догнал, мерзавец. Плохо так, получаемый физурон увеличен на 25%. Там он скрытый тайничок. Змеуста. Сейчас побываем. Чпуньк. Неплохо. Хотел глянуть, что за портал. Понятно.
Стремно. Еще стремнее то, что здесь... Кругом трупики. Ну ладно. Я думал, там кто-то ждать нас будет хотя бы. Но, похоже, не тут-то было. Ладно, прыгаем на маунт и go дальше. Забираемся наверх, поворачиваем опять же наверх. Ох ты. Да тут битва полным ходом. Гробница Саргераса, да? Собор Вечной Ночи, это имеется в виду данж, в котором, по всей видимости, я не был. Вот они. Артефактное оружие и закрепиться на расколотом берегу. Понятно. Вот теперь все стало понятно. Я как раз на расколотом берегу тут тосаю. Теперь все понятно. Хорошо. Тогда с этим все ясно. Отправляюсь на задание вот здесь. Меня там как раз таки не было. Сейчас мы туда сгоняем. Правда, не совсем понятно, как туда проникнуть, но это отдельный уже разговор. Я думаю, сейчас как-то поймем, если меня тут не зарубят эти шакалы. А они меня не зарубят, поэтому все будет хорошо. Прыжочек веры есть. Фух. Фартануло. Ага. Ясно. Так, с этим все ясно. Визжащие скалы. Учитывая, что мне надо вниз, а я поднимаюсь наверх, ну где-то не состыковочка, по-моему. О, а там вот самое то, по-моему. Че-че-че, распылитель, а распространитель скверны. Подумал, распылитель скверны. Прыжок. Ого. Наги, да? А чё ж наги? Чё ж наги-то не за нас? Хороший вопрос. Чёрт. Сбили. С маунта негодяи. Ага, понятно, откуда крюки. И найдена локальная заданица. И что мне делать? Ага. Сразимся. Давай. Положение, что я могу проиграть.
Сдаюсь. На такое. Ага. Похоже, мне ее тут не победить. Ладно. Отсюда отправляемся вот сюда. На дракончике. И там у нас как раз защита вершины отмщения. Так, мы с вами на месте. И где-то здесь квест. Ага. Пошла жара. Нужно подойти поближе. Ты куда собрался? Ой-ой-ой, что вас много. Я как бы герой, но не настолько. Со всеми сразу я не затащу, к сожалению. Слишком далеко. Не достаю. Слишком далеко. Нужно подойти поближе. У меня есть цель. Цель достигнута. Быстро. Я что-то думал, будет посложней. Владыка Иллидан направляет нас. Замечательно. Я пожертвовала всем. Всем. Какова была твоя плата? Так. Ага, мне надо на вершину избавления. Я буду бороться с пылающим. Улетел на вершину. Какие-то задачи мне там уже нарезали. Что-то я не помню, чтобы эта штуковина тут все время находилась. Ну ладно. Так, а тут два квеста, да? Пауки, значит. И алтарь Эгиды. Сейчас посмотрим, что тут нам предлагают. А, там предлагает даже Кадгар. Знание — сила. Поехали. Его нужно использовать с умом. Иллидан, отнеси Эгиду Аграмара в собор Вечной Ночи. Мы с Кадгаром спустимся в гробницу и загоним чудовище в угол. Скоро власти Кел'джедена придет конец. Иллидану нельзя доверять, пророк. Но я заставлю его исполнить свой долг. Вы все знаете, что делать. Удачи. Замечательно. Вот и поговорили. Так. Один я, наверное, не совсем понял, как всегда. Ну что, сейчас поймем. Понятно, может быть, и не поймем. А, давайте вернемся обратно, посмотрим, что там за задача с паучками. Ага, понятно. Теперь меня, скорее всего, все-таки должны пустить. Собор Вечной Ночи. Это же он? Да, действительно, друзья, вот это круто. Меня наконец-то пускают.
Собор Вечной Ночи. Регаемся. Вот он, этот квест. И это хорошо, очень хорошо. Потихоньку продвигаемся. Интересно. Так, что тут такое? Что случилось? Ох. Не, ну далековато, конечно. Ладно, сбегаем. Что поделаешь. Пока данжик нам ищут. А искать его придется долго. Уже, кстати, не первый раз подобную статуэтку я нахожу. Ну, я на расколотом берегу, можно сказать, уже укрепился. Конечно, не так, как хотелось бы, но все же. Даже не сагрил. Хоть я молодец. Так, мимо всех этих ребят лучше пройти в стелсе. Ибо не получится мимо них проскочить. Никого при этом не загрев. Ай. Дали в репу. Так, где дорога? Дорога есть? Замечательно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, и сюда. Я надеюсь, что сюда. Да, грот ткачей. Это то, что нужно. Хотя, возможно, мне там нужно было куда-то под землю забуриться. Но ничего, сейчас разберемся. Что мне нужно? Мне нужно... Ага, мне нужно добраться до сокровища. А вот и оно, ну надо же. Замечательно. Миссия, блин. Подходящая цель. Слишком далеко. Отлично. Так. Ну и что ж, теперь возвращаемся обратно. Думаю, если по дороге поеду, то шанс вернуться домой целым будет крайне высок. Но это не точно. Учитывая то, что уже сразу сагрил элементалей. Ну, не элементалей, а призывателей бездны. Ой-ой-ой. А вот этих вот ребят на конях вообще лучше не это... Лучше не злить. Ибо эти засранцы все время сбивают меня с маунта. И приходится заморачиваться. Так. Стоять. Ага. Отлично. Прибыл на локацию. На удивление быстром. Что там с нашим подземельем? Не слышно и не видно. Миленько. Так, сдать квест. А сдать квест это... Аж туда. Гоблин-засранец заставил меня оббежать все расколотые острова.
ради его сокровищ. Ну что там у нас? Держи. Приходи еще. Ну конечно. Большое спасибо. Большое пожалуйста. Так. Отправляемся теперь в Далоран уже целенаправленно, потому что нам нужно в этот, скажите мне, я вам скажу. Нам нужно в наш оплот. Да нет, есть. Цель есть. Так, парам-парам-пам-пам. У меня что-то там на площадке. А, нет, то не площадка краса. За. Нам нужна аметистовая крепость. И тут совет шестерых. Что-то мне не сказать хотят. Плюс я смотрю, тут еще какая-то фигня интересная. Надо, кстати, узнать, что у нас тут по... О, еще и тут ландшафтный дизайн какой-то. Сейчас посмотрим, что Кэтгарчик скажет. Судьба нашего мира под угрозой. Ох ты! Шепот ужасающего мира. Мы следуем за тобой. Азерот просит о помощи. Она пытается что-то сказать. Возможно, предупредить нас. С ней что-то не так. Встретимся в низине Шалазар, что в Нардсколе. Нифига себе. Разберемся. Всего-то низина Шалазар. Так, следуй за советом шестерых, аметистовую гостиную, что надо аметистовой цитадели. Наша последняя надежда. Идем. Let's go. Думаю, это лучше обсудить без посторонних. О, слушайте, никогда здесь не был. Полетели. Опять демоны. Будьте начеку. Где? А, уже здесь, даже. Рада встрече. Не волнуйся, с ней все будет в порядке. Что за демон бы это ни сделал, он умер раньше, чем смог завершить начатое. Темные времена. Дурные вести, которые ты принес, лишь подтверждают опасения совета. Я знаю, что у тебя достаточно проблем с гробницей Саргероса. Конечно же, битва за гробницу важнее всего, но нельзя думать, будто демоны настолько глупы, что полагаются лишь на грубую силу. Они намного коварнее. Прошу, выслушай нас. Ступай с честью, друг мой. Как видишь, Легион добрался до нас даже здесь, в Далоране. Могущественные демоны рыщут по всему Азероту и стремятся сорвать наше нападение на гробницу. Если они добьются своего, все наши усилия пойдут прахом. Все жертвы будут напрасны. Тебе довелось совершить немало подвигов. Но потребуется еще больше. Помоги нам выследить и устранить агентов Легиона. Боюсь, это по плечу только тебе. Легко. Всю жизнь только и занимался, что устранением. Ну что скажешь, готов к испытанию. Отлично. Конечно, готов. Никто лучше тебя не справится с этой задачей. Мы расскажем обо всех известных нам угрозах. Итак, угу. Головорез. Проступок Леви Лоуренс. Когда-то Левия Лоуренс была магом Киринтора. Ее выгнали из города за то, что она практиковала темную магию, но она слишком хорошо знает улицы Далорана, чтобы этот запрет имел силу. Ливия пропала, и это крайне тревожно. Ее работа могла привлечь внимание Легиона. Раньше такое уже случалось. Нам грозит серьезная опасность, если ее знания станут достоянием демонов.
В последний раз Левию видели в уголке начертателя. Отправляйся туда и постарайся выйти на ее след. Да благословит тебя свет. Приветствую. Ликвидация. Судьба. Волн Скорна, разведчик, вернувшийся вчера из Штормхейма, принес нам очень важную находку — древние свитки. В них содержится пророчество Валькир о новой повелительнице Врайкулов, которая поведет их против легиона. Все осложняется тем, что эта воительница может оказаться наследницей Сковальда. Возьми свитки, найди наследницу и приведи ее к валькирам. Думаю, что изгои, о которых говорит пророчество, это врайкулы из Яндвика. Оттуда и следует начать поиски. До встречи. Да, и еще. Не бойся. Говори. Если речь и правда идет о потомке Сковальда, смерть короля бога может стать неудобной темой. Понял. Так что постарайся лишний раз об этом не упоминать. Добро. Кажется, тебя что-то беспокоит. Так, скрытность, ворованный... А, нет. Блин, вот что за буква? Это Т, наверное. Вороватый ученик, типа того. Итак, а радужная... Средоточие похищено из Долоранских хранилищ. Вор был неплохим магом, и нам не удалось его выследить. К счастью, он обронил записку от своего учителя. Интересный стиль, да еще и это слово «студиозус». Так выражается только верховный маг Ксилем. Займись расследованием. В Ашшаре есть башня, где он обучает своих последователей. Отправляйся туда и выясни, что задумал Ксилем. Что-то в тебе кажется мне знакомым. Аналогично. По-моему, ты какой-то из синих драконов. Вот что-то есть у меня такое ощущение. Возвращаемся. Так, с этим хорошо. Что у нас тут? Что за ландшафтный дизайн? И почему его нет на карте? Вопрос на миллион долларов. На-на-на. А это что такое? Что за погибель такая? Ха, странно. Так. Ладно, ладно, ладно. Давайте отправимся. Хотя, ну блин, я ж вообще не за этим-то сюда пришел. Я пришел с тем, чтобы посетить оплот теней, а сам, блин, поперся неизвестно куда. Ну ладно. О, вот это а ты случайно не знаешь, где найти Ливию Лоуренс? Ливия, высокая такая блондинка. Да, заходила ко мне с свитками, чернилами. Сказала, что ей нужно начертить... какие-то руны или еще что-то в этом роде. Еще она искала какой-то специальный посох, но мы такие вещи не торгуем. Попробуй отправить. Ага, я ее отправил в воинствующий мясник. Попробуй поспрашивать. Удачи, там. Добренько, отправляюсь туда. Не-не-не, стоять. Нам вот сюда. Бежим, бежим. В Агримар, то я успею. В Агримар я успею. Кстати, может мне просто в таверну? Правда, она альянсовская и, наверное, это не самое лучшее решение. О. Здравствуйте. У меня самые лучшие товары. Что такое? Случайно не знаешь, где найти Левию? Лоренс, надо вспомнить. Точно на днях заходила и искала посох с весьма специфическими свойствами. Помню, мне это показалось странным, потому что такой посох мне как-то заказывал чернокнижник. Но на это у меня ушло несколько дней, но в итоге я его достал и отправил в приют фокусника, как она и просила. Окей, отправляемся в приют. Потом еще у меня там и рука судьбы, и столько всего, блин. Когда этим всем заниматься?
Расколотый берег. Ох, только 5 из 15, беда. Так, приют. Ну, совершенно верно. Ава. Привет. Что там насчет Лоуренс? Левия, ну да, знаю ее. Она останавливается здесь время от времени. В последний раз заглядывала пару дней назад. Темная магия — опасная штука, потому что маги Керентора не приветствуют ее использование в городе. Но она занимается чем-то совсем уж из ряда вон выходящим. Хотя бы нашла себе место за городом для своих темных делишек. Если хочешь, можешь подняться в ее комнату и посмотреть, не осталось ли там чего после нее-то. Окей, я посмотрю. Ух ты, ё-моё, это что было? То есть ППЦшница пробежала. Ну ладно. Тут ничего. Тут тоже. Ну ладно. О! А вот это уже что-то интереснее. Так. Хорошо. Хорошо. Ох ты. О, смотрите-ка. Агата нашла себе еще одну игрушку. Надеюсь, поинтереснее предыдущей. Силенок-то хватит справиться. Не волнуйся, Урлия. Кажется, это именно то, что нужно. Такие просто не сдаются. Давай поиграем. Было интересно. Не могу сказать того же. Бум! Агата будет недовольна. Я буду недоволен, а не Агата. Ох ты, ё-моё, собор вечной ночью. Тут я походил. Так, друзья, что ж, тогда на сегодня, я думаю, это все. В следующей серии отправляемся с вами в собор вечной ночи. А на сегодня, как всегда, все. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.